Самарский суд отклонил иск экс-главы Федерации легкой атлетики к авторам фильма о допинге. Анастасия Павлюченкова проиграла открытый чемпионат США. Волейбольная «Нова» выиграла автомобилист. Во втором матче Кубка Победы волейболисты «Нова» переиграли автомобилист. Счет по партиям 3-2. Первый отрезок новокуйбышевцы проиграли, затем дважды брали верх над соперником. Но автомобилисты счет сравняли. Исход матча решил укороченный сет. «Нова» была беспощадна к сопернику 15-9. Заслуженная победа команды из Новокуйбышевска. Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Алла Кудрявцева проиграли в четвертьфинале парного турнира открытого чемпионата США. Австралийско-казахскому дуэту Кэсси Делякова, Ярослава Шведова 2-6, 6-2, 3-6. Самарчанка, кроме титула, проиграла еще 250 тысяч долларов. До парного турнира Павлюченкова не смогла победить в одиночном разряде. Она вылетела из сетки уже после второй игры. Более удачной оказалась эстонка Аннет Кантавейт. Кировский районный суд Самары оставил без удовлетворения иск бывшего президента Всероссийской Федерации легкой атлетики о защите репутации к авторам фильма немецкой телекомпании ARD. В частности, к журналисту Хайо Зеппельту. В декабре прошлого года по телевидению показали документальный фильм, в котором сообщалось о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. Руководство Федерации назвали фильм провокацией, направленной на подрыв российского спорта. ARD официально отказалась предоставить нередактированные видео и аудиозаписи.